Голоса, моя прямая речь спряталась от тебя. Попробуй теперь найди ее. А если не найдешь, попробуй вымани из норы. Она теперь говорит о себе другими словами, иным голосом, и маскируется в строфах-верлибрах, да и в них прячется порой глубоко, делая отсылку за отсылкой, наплыв за наплывом, дополняя дрожанием, перьевое дрожание миражей. Прямая речь ищет адресата, веря в возможность быть услышанной им или прочитанной. Двухголосая же речь говорит в два голоса, один из которых звучит варганом, а другой не речью, а пением горла, издавая немыслимые загадочные звуки, но все же осмысленные. Она направлена к тебе. Но через горы опосредований и высоты генерализаций ты можешь услышать ее, а можешь раствориться в толпе, где ничто не укажет на адресата. А может быть, отыщешь преобразователь, и тогда найдешь и выманишь из нее ее прямую подругу. В качестве приманки можешь взять с собой пряник. Двухголосая.